Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная выдача нового автомобиля Lada Vesta в кузове седан, комплектация Comfort Winter 2020 года. Сегодня в этом видео вы узнаете, что мы установили на этот автомобиль. Увидите осмотр непосредственно вместе с клиентом, а также отзыв клиента, процедуру оформления и выдачи автомобиля. Друзья, по комплектации автомобиля. У нас Winter 2020 года, он идет с противотуманными фарами. Двигатель 1.6, 106 лошадиных сил, мотор не втыковой уже. Диски обновленного дизайна 16 дюйма, шины Matador 195-55R16. Наружные зеркала идут с повторителем, окрашены в цвет кузова. Ручки дверей также окрашены в цвет кузова. Сзади автомобиля у нас располагается датчик парковки, багажник открывается с кнопки. В комплектации идет запасное колесо R15. На штампованном диске полноразмерное колесо 185-65R15, транспортировочный крючок, домкрат и баллонный ключ. Друзья, по салону автомобиля. На дверных картах идет декоративная вставка, материал, тканевый материал на обивке, 4 стеклоподъемника, блок управления наружными зеркалами, они идут с электроприводом и обогревом. Рулевое колесо обтянуто эко-кожей, присутствует круиз-контроль, обогрев руля и клавиши управления штатной аудиосистемой. На торпедо у нас также располагаются декоративные вставки, две передние подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев лобового стекла, система ESP, центральный замок, кондиционер, разъем под флешку, углубленные подстаканники и трехуровневый подогрев сидений. Обработку полностью сделали антигравий, то есть снимали именно непосредственно. То есть защиту вот отсюда вы можете увидеть ее. Видите? Здесь. Понятно. Да ее и слышно. Да, звук другой уже идет, не пыльника. Смотрите. И плюс еще, ну, как мы обговаривали, мы снимали окер и обрабатывали антигравий еще потом. И антигравий он обработал. Я включу, получается, сейчас аварийки горят. Да. Свет горит, да? То есть это вот сейчас дневные ходовые огни горят. Да, да. Вот это габариты, это ближний свет. Ага. Это дальний, моргаю. Ага. Да, да. Есть, да? Все, поворотники горят, да, правильно? Против туманки. Есть? Есть. Давайте сзади посмотрим. Свет горит. Стоп, сигнал. Задняя скорость. И туманка задняя. Туманка есть? Есть. Полный получается у нас черные заводские, как идут заводы. Ну тоже, мы все, на 15. Номер 15. Дорогие друзья, знакомьтесь, Василий Васильевич. Приветствую. Он приехал к нам из Волгоградской области. Вот за этим автомобилем Lada Vesta в кузове седан. Комплектация Comfort Winter белого цвета. Автомобиль 2020 года. Мы хотим поздравить вас с покупкой автомобиля. Спасибо.
Вот. Все сделали по заказу, в принципе, как Василий Васильевич просил. Все необходимое дополнительное оборудование, которое заказывал Василий Васильевич, мы это все установили. Что мы сделали, друзья? Мы сделали полную антикоррозионную обработку всего автомобиля. Все полностью днище, каждую арку, скрытые полости, дверные, капотные проемы, все это обработали. Стоимость этой услуги составила 4500 рублей. Также мы сделали дополнительно под каждую арку антигравийную обработку. Стоимость этой услуги составила 3200 рублей. Вот. Далее мы сделали тонировку. Тонировку сделали задней полусферы и плюс полоса на лобовое стекло. Стоимость этой услуги составила 3500. Мы поставили сетку бампер. Сетка у нас обошлась месяц работы 2500. Вот. Постелили коврики 3D Ева. Значит, стоимость составила 3500. Это вместе уже с багажником. Вот. Далее мы поставили задние брызговички. Задняя стоимость составила их вместе с работы 1500. И установили дефлекторы. Дефлекторы на все 4 двери получилось у нас по стоимости 2500. Вот, друзья, стоимость автомобиля с учетом скидки. Пленочку, да, все правильно. Бронепленочку под каждую ручку сделали. Пленка. Да, специально, чтобы не царапались у нас вот этот именно проем ручной, потому что он именно непосредственно такой самый распространенный, да, ну, получается. Конечно, да, вот, вместе с работой составило 2000 рублей, то есть хорошая пленка французского качества и с работой полностью за все 4 двери. Вот. Стоимость автомобиля, друзья, с учетом скидки на тот день Василий Васильевич забронировали автомобиль, да, и получилось у нас стоимость 720 тысяч. Ранее Василий Васильевич делал предоплату за автомобиль 10 тысяч. Мы автомобиль забронировали по той цене, которая на тот момент была актуальна. На тот момент это было 720 тысяч. Вот, прошла неделька, и автомобиль сейчас вырос. Данный автомобиль сейчас уже стоит 735 тысяч. И... В белом цвете. Завтра уже будет с понедельника 740. В белом? Да, в белом цвете 740. И получается, а мы отдали автомобиль 720, потому что была предоплата, автомобиль был забронирован, и мы держим свое слово. Поэтому мы поздравляем вас. Да. Все понравилось, все хорошо? Конечно, господи. Все спасибо, все замечательно. Вот. Мы довольны. Ну вот так, ребят, самое главное, что наши клиенты довольны всегда. Мы держим свое слово, то есть, как сказали... Это было у нас и на примере Лады Гранта, и вот недавно была выдача автомобиля в комплектации стандарт, то же самое. Автомобиль был забронирован по одной цене, приехали, уже стоимость выросла у машин, но мы отдали по старой цене. Поэтому, друзья, я всегда и прошу бронировать автомобили, чтобы вы приехали и забрали тот автомобиль, почем вы хотите забрать, а не потому, что вот вы приехали по факту и цена выросла. Вот так, друзья. Ну все, друзья, спасибо вам. Мы еще раз поздравляем Василия Васильевича искренне. Вот. Спасибо, ему еще спасибо. Ехать в Волгоград. Ну да. Еще сколько? Часов 10, да, по-моему, ехать? Да, сюда мы это поменьше затратили. Где-то часов 8, наверное. В ночь, потому что ехали. Да. В ночь посвободнее. Машин поменьше. Да, сейчас как раз вот днем будет пробка у нас здесь через ГЭС на выезд. Сейчас, потому что на дачу все едут. Вот, и кстати, друзья, мы сейчас собираем на нашем шинном центре же зимние колеса. Василий Васильевич заказал Nokian Norman 7 в размере 185-65 R15 на штампованном диске. Уже зимние колеса сейчас. Стоимость комплекта вместе с работой, все полностью с шмонтажными работами 18 тысяч обошлось. Вот. Как раз на сэкономленные деньги. Ну вот, как раз, да, да. Вот. Мы сейчас их также в пакетике, все аккуратненько, и положим в багажник. Вот, ну все, друзья, удачи вам, хорошего вам настроения, Василию Васильевичу прекрасной дороги. Вот. Все, спасибо, спасибо. Ну все, друзья, все, пишите в Viber, WhatsApp, либо Instagram, подписывайтесь на Instagram, там постоянно сторисы, смотрите нашего движения ежедневного в течение дня. Вот, подписывайтесь на канал, жду ваших заказов. В общем, друзья, буду рад вас видеть, приезжайте в гости. Всем успехов, пока.